Именно с началом вакцинации специалисты связывают стабилизацию ситуации с распространением COVID-19. За минувшие сутки такой диагноз подтвержден всего у 115 человек. Это минимальный показатель за последние 5 месяцев. Тем временем число выздоровевших у нас в очередной раз больше, чем заболевших. Накануне из медучреждений выписали еще 147 пациентов. Таким образом, за весь период пандемии успешно справились с недугом 36 659 пензенцев. Напомню, в области продолжает действовать режим повышенной готовности. Однако накануне губернатор Иван Белозерцев внес в документ некоторые послабления. В частности, сняты ограничения в сфере общественного питания. Теперь кафе, рестораны, бары могут работать круглосуточно. Ранее они должны были быть закрытыми с 11 вечера до 6 утра.